На территории Украины представлены контактные линзы от фирмы Johnson & Johnson. Линзы для коррекции астигматизма. Линзы называются Acuvue Oasys for Astigmatism. Они являются также двухнедельной замены, как и обычные Oasys для близорукости или дальнозоркости. Что такое астигматизм и как нам могут помочь контактные линзы Acuvue Oasys? Эта линза у нас покрывает как раз сегмент пользователей, у которых является такое нарушение рефракции, как астигматизм. Астигматизм – это нарушение сферичности роговицы. То есть пациенты, которые имеют такое заболевание, они, конечно же, знают, о чем сейчас идет речь. Когда присутствует в одном глазу не просто миопия, а миопия может сочетаться и с гиперметропией, и миопия с миопией, но в разных осях, нарушение сферичности роговицы глаза. Он есть роговичный, есть хрусталиковый, но мы сейчас говорим конкретно про роговичный, который возможно исправить, как раз не исправить, а коррегировать контактными линзами. Помочь пациенту получить более высокое качество зрения. Вот как раз с этой задачей прекрасно справляются линзы Acuvue Oasys for Astigmatism от компании Johnson & Johnson. Имеют достаточно высокий показатель кислородопроницаемости, именно 129, и содержание воды 38%. Они являются очень комфортными на глазу. Да, это со слов наших пациентов, пробуют данную линзу, переходя на нее с других производителей. Они отмечают именно то, что очень быстро достигается вот та острота зрения, которая заявлена, потому что есть такая технология, как дизайн ускоренной стабилизации. Именно за счет этого линза стабилизируется на глазу, приобретает то положение, в котором она будет коррегировать и давать качество зрения, давать ту остроту зрения, которую ожидает пациент. Стабилизация такая достигается буквально за 60 секунд. Думайтесь, вот как вы говорили, что вы попробовали одеть контактную линзу, да, проморгались, и вы ее больше не чувствуете. А здесь для пациента, которые ранее носили линзу, там, где линза стабилизироваться могла и до 5 минут, и 10 минут, и полчаса, иногда пациентам необходимо было походить, проморгаться, повернуть головой в разную сторону для того, чтобы линзочка вот правильно легла. Сейчас данная линза, она дает возможность стабилизации за 60 секунд. То есть одна минутка, вы проморгались, линза за счет четырех ускоряющих стабилизацию зон, она легла так, как ей нужно, да? Она взаимодействует с веком, она сразу себе нашла то положение, в котором она должна находиться. И далее в течение дня она постоянно находится в этом положении. То есть у вас нету такого, что вы там повернулись, у вас линза раз, съехала, уехала и все, и вы не видите. Нет, этого здесь нету, она очень хорошо стабилизируется, дает именно ту четкость и остроту зрения, которую ожидает увидеть пациент. У большинства производителей технология такова, что линза имеет утолщение. Если мы про стигматику именно говорим, утолщение, которое называется как призматический раз этот балласт, баланс. Он бывает внизу, силой тяжести. И вот он как бы, во-первых, очень часто бывает такое, что подтирает, да, и у пациента получается раздражение между веком и конъюнктивой, да, где у нас находится линза. Вот здесь вот этот утолщенный край, он настолько натирает, что, ну, потом бывает раздражение, бывают опять-таки новообразованные сосуды и бывают различные другие такие неприятные, дискомфортные ситуации. И, ну, это можно назвать, конечно же, осложнением. В этом случае как раз нету вот этого утяжеления, утолщения линзы, да. Она фиксируется своими вот этими четырьмя зонами ускоренной стабилизации. А в данной линзе под веками находится как раз самая тонкая ее часть. То есть это вот дизайнеры, да, вместе с техниками настолько продумали конструкцию данной линзы, что под веками находится как раз самая тонкая вот такая часть линзы. То есть нету перепада толщины.
А вот эти зоны уже, которые отвечают за остроту зрения, они уже находятся по центру линзы, которая, ну, непосредственно не прикрыта веками. И поэтому линза всегда правильно ориентирована вне зависимости от направления взгляда, вне зависимости от движения взгляда, да, что особенно важно вот у людей, которые имеют астигматизм, но по роду своей деятельности или по роду своих увлечений они обязаны постоянно там водить машину, да, или там, ну, опять-таки, даже в границах монитора постоянно менять направление глаза, но при этом данная линза, она всегда будет стабилизироваться и находить правильное положение на вашем глазу. В контактных линзах Acuvue Oasys for Astigmatism разрешается также спать до, или дремать, да, или спать до 6 суток, не снимая, как и в обычных Оазисах. В этой линзе также есть пролонгированное ношение, да, и также разрешено, и при этом ее заменять потом нужно через 7 дней, через одну неделю. Для пользователей контактных линз еще важен вопрос подбора растворов и капель, да, какими же могут пользоваться. Частый вопрос, а какие же средства по уходу подходят к моим линзам? Так вот, еще одно большое преимущество, которое можно отнести к линзам Johnson, это то, что они специализируются только на контактных линзах. И у них нет производства растворов или капель. И они сделали максимально все в своих линзах и по технологиям, и по параметрам, и по материалам того, чтобы любой человек мог подобрать тот раствор, который подходит именно для глаз. То есть раствор подобрать не под линзы, а под свою чувствительность глаз, под свою слезу, чтобы ничего не пекло, чтобы ты купил раствор и не потратил деньги на ветер, потому что он тебе не подошел, да, а именно будет комфортным, безопасным и правильным. Так вот, именно линзы Johnson & Johnson можно пользоваться 99% всех растворов и выбрать из них тот, который подходит именно вам, под глаза. Приглашаем всех, следите за нашими будущими вебинарами, будем далее стараться раскрывать интересные темы для вас, именно то, что вас интересует в отношении здоровья ваших глаз. Поэтому ждем будущих ваших встреч с нами и мы с вами. Все, всего наилучшего!